Дорогие ребята, уважаемые родители, сегодня мы все немного волнуемся, ведь мы прощаемся с начальной школой. Сегодня день у нас такой и грустный, и веселый. Мы прощаемся с родной, с начальной школой. Из года в год, из класса в класс ведет неслышно время нас, и час за часом, день за днем так незаметно мы растем. Сегодня подводим итоги учения, отбросим усталость, все страхи, сомнения. Готовы герои сегодняшней встречи? Для них говорить будем страстные речи. Thank you.
Каждого в жизни единственный раз. Четыре года мы вместе поднимались первыми, самыми трудными ступеньками лестницы знаний. Учились дружить и жить по правилам нашего родного школьного дома. Давайте же вспомним все вместе, какими были они, эти наши школьные годы. У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый, свой памятный класс, и первый учебник, и первый урок, и первый заливистый школьный знакомый. Садясь за парту осторожно, чтоб школьной формы не смять, мы буквально свои раскрыли, раскрыли чистую тетрадь. Конечно, важность нас науки, мы изучаем их без скуки, но без отдыха, друзья. Тяжко жить, скажу вам я. Привлекательные, все это умные, красивые, лукавые.
самые счастливые? Наш класс самый хороший? Да! Самый лучший? Самый дружный? Да! Но чем же мы отличаемся от других? В нашем классе есть Алина, Таня, Аня и Арина. Миша есть и есть Анжела, Коля, Вова, Света, Дима. Не забудем про Карин. Алексей, Никита, Коша, Саша, Паша. Есть Елена, и Варвара, Руслан, Соня хороша. А еще Артем и Игорь, Настя светлая душа. Послушайте некоторые статистические данные. За эти 4 года, что ребята учились в школе, они съели 2 тонны булочек, потом подросли на 110 сантиметров, 1100 сантиметров, потолстели на 75 килограммов и теперь весят 1,5 тонны. Если сложить в линейку все учебники, которые ребята изучили за эти 4 года, то ее длина будет равна расстоянию до Луны и обратному пути до Земли. А еще ребята набрались ума, научились дружить, веселиться, танцевать. А еще ставят спектакль. И когда они поют, то добрая энергия песен может заменить несколько помощностей, несколько атомных станций. А сколько талантов у нас? Вот сейчас снимайте ли журнал «Гералаж»? Вот бы на мою единицу, вот бы на мою двойку. Ой, только бы не на мою четверку. Найдите свой паровоз, корень, Юра, это быстро. Но нет корней, зато много колес, еще 2 смены машиниста. Я, что скажешь, Юрий, за подсказку поставлю 2. 2? Но может поставить и 4? Я же подсказывал и Юле. Thank you.
Подошел к концу первый этап обучения в начальной школе. Но мы-то знаем, что все самое трудное еще впереди. Галина Александровна, примите слова благодарности и поздравления от нас. Четыре года изобретали. Все было солнце, ветер, дом. Прежде чем уйдем, сказать вам надо. Спасибо тебе, кто на нас пришел. 4 года мучили нас. Ровно строил добра и знания. Мы помним, шли впервые в класс, а вот сегодня скажем «до свидания». На свете нет почетнее труда, чем труд идти учителя, бессонный, беспокойный. Мы не забудем вас, учитель, никогда, и будем мы любви вашей достойны. Спасибо вам, учитель первый наш, за ваш огромный труд, что нас сложили. Конечно, мы не первые выпускаем, но все же мы друг другу полюбим. Учительница первая, у каждого своя. У всех она хорошая, и она лучше всех моя. Спасибо.
каждого школьника делится на три этапа. Начальная школа, среднее звено, ну и последнее – это старшие классы. Жизнь наших детей сегодня завершается первый, самый важный период. Они шли к этому целых 4 года. Сегодня у нас вот такой утренняя презентация знаний, успехов, заслуг, достижений наших учеников. И на сцену приглашаемся. Горковенко Данила, Филиппов Никита, Кондратьев Алексей, Кочин Владимир, Кочерян Анжела, Куприна Карина, Логинова Софья, Малахова Варвара, Манзи Артем, Мартынов Александр, Русакова Анастасия, Скворцова Анна, Русанов Руслан, Супрон Игорь, Филиппов Данила, Ширинская Алина, Щетинкин Зима. Вот эти ребята учебный год закончили на хорошо и отлично. Но есть еще наши звездочки, которых мы попросим встать перед сценой. Аргунова Анастасия. А вот это наши отличники. Спасибо, ребята, за то, что вы радовали меня своими знаниями, своими успехами. Спасибо родителям, потому что это тоже ваш труд. Итак, почетные грамоты за хорошую учебу и примерное поведение награждаются вот эти ребята. С вашего позволения я просто раздам, потому что затянется долго.
четверку за то, что те готовы контрольные сдать. Мы из класса в класс переходили, набирали знания и росли. Все, чем нас в школе научили, все, средства нам помогли. На наш праздник мы большой, собрались мы всей семьей. Мама плачет остальные, папа улыбается, не пойму, заботы с нами кончились или только начинаются. Люблю тебя, мама, за что я не знаю. Наверное, за то, что дышу и мечтаю. И радуюсь солнцу и светлому дню. За это тебя я родная люблю. За небо, за ветер, за воздух руку. Люблю тебя, мама, то лучше могу. А я для своей мамы сочинила стихотворение. Все дни и ночи счастливы мы были, проходят годы, и на счастье со мной. Ведь ты — мое единственное счастье, и буду рядом я всегда с тобой. Все детство была я только с тобой, грела ты меня своей душой. Цветы дарила я только тебе, самой лучшей маме на земле. С тобой мы ходили в театр, в кино, с тобой мне всегда хорошо, легко. Я так благодарна себе, что лучшая мама досталась мне. Спасибо вам большое за ваше терпение, за вашу поддержку, за внимание, которое вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, что первые учителя – это мама, папа, бабушка, дедушка. Без вашего участия мы бы не стали такими, какими мы сейчас. А мы замечательные выпускники начальной школы. Вас за ваше терпение, за ваш труд, за ваше понимание в отношениях и со мной, и с другими ребятами класса. Благодарю всех, но некоторых родителей, бабушек, хочется отметить особенно, чей труд чуть-чуть был, но вот как-то заметный. Активную помощь в организации и классных мероприятий.
Александровича. Мы хотим, конечно, поздравить вас в первую очередь. Примите от нас искренние поздравления. Вам посвящаем сегодня самые сердечные слова. Ведь мы сегодня тоже понимаем, как уставала ваша голова. От наших всех вопросов и ворчаний, от вечных этих детских «почему», а сколько ваши рук исправляют, известно только Богу одному. И вот, когда ребята повзрослели, понятно стало, сколько ваших сил вы отдавали, чтобы они успели достойно встретить этот взрослый мир. Как вы пытались примирить их все, учили понимать и уступать, вести себя прилично в разговорах, уметь свои ошибки принимать. Спасибо вам. Ребятам, вы как мама. Мы говорим сегодня сердцем всем. Желаем вам счастливой жизни самой, любви, добра и никаких проблем. Дорогие ребята, вы пролетели 4 года вашей начальной школы. Впереди у вас еще очень много открытий. Но давайте сегодня скажем большое спасибо вашему ангелу-хранителю, вашей первой учительнице Галине Александровне. Давайте. Сейчас пойдем, друзья, теперь мы пятый класс.
Завучу слово для поздравления. Она огласит без совета решения. Сегодня приказ она зачитает. Каждый из них начальную школу кончает. Марина Александровна. Дорогие ребята, ну я думаю, вам еще рано говорить до свидания Галине Александровне, прощаться с ней. Я думаю, вы еще не раз будете к ней бегать, шушукаться с ней, делиться проблемами и радостями. Тем более, что вы остаетесь в своей родной школе. Но сегодня у вас праздник. Я с удовольствием поздравляю вас с этим праздником. Но праздник не только у вас, но и у нас. Потому что мы принимаем в нашу большую семью, в это пока страшное для вас среднее звено, таких умных, красивых, талантливых, послушных ребят. Поэтому у нас тоже праздник, нас тоже можно поздравить. Но первый в вашей жизни важный документ – приказ номер 30. От 26 мая 2017 года о переводе учащихся в следующий класс. В соответствии со статьей 61 Закона Российской Федерации об образовании, решением Педагогического совета, протокол номер 5, учащихся знаний которых соответствуют требованиям, определенным учебным программам, приказывают перевести всех учащихся 4 класса в 5 класс. Торжественный момент. Ребята, сейчас вы должны дать клятву пятиклассникам. Ну, как говорите, слово клянемся. Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом родителей, перед лицом учителей, торжественно клянусь. У доски стоять, как лучше вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже самого трудного и каверзного. Клянусь! Не доводить учителей до температуры кипения 100 градусов. Клянусь! Быть быстрыми и стремительными, но не превышать скорость 60 км в час при передвижении по школьным коридорам. Клянусь! Вытягивайте с учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания и навыки. Клянусь! Мы помнить будем. Плавать только на хорошо и отлично в море знаний, ныряя до самой глубины. Клянусь! Настя, дай сам. Любопытных 60, озорных 22, безразличных 0. Особые примеры любят пить.
бегать, любят драться, пошутить и посмеяться, чтоб любили, уважали, никогда не обижали. Чтоб внимание уделяли, дни рождения отмечали. В течение 4 лет класс обучался и воспитывался в соответствии с требованиями Министерства образования и администрации школы. Дети выдержали проверки комиссии, прошли курс начальной школы и могут изучать предметы следующей ступени образования. Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную силу, по 1 экземпляру у каждой стороны. 26 мая 2017 года. Первый учитель Богомолова Галина Александровна. Особенности ваших детей. Классно, ребята.